Если это похоже на половую щель, то значит с вашим воображением все нормально. Сейчас мы сделаем из нее две. Бью одной рукой. А это дупло дятла. Можно засунуть палец и попробую еще раз палец засунуть. О, кто-то 5 гривен спрятал. Вот, это не 5 гривен. 1. Всего лишь 2005 гривен. Ну, иногда полезно пальцы в дупло засовывать. Главное, чтобы молотком никто не ударил с другой стороны. Удачи!